Сиверский район вновь встретил участников краевых спортивных состязаний. На этот раз – борцов. Торжественное открытие турнира на Кубок главы муниципального образования по вольной борьбе среди юношей и девушек прошло в спорткомплексе поселка Афипский. Посвятили соревнования 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Приехали более 300 спортсменов из 12 городов и районов Кубани, а также команда из Республики Адыгея. Сегодня, безусловно, победят сильнейшие, но одновременно хочу сказать, что в составе наших муниципальных образований сегодня приехали самые мужественные, самые стойкие ребята, поэтому уверены, что проигравших, конечно же, не будет. Перед началом состязаний яркое выступление участникам турнира подарили сиверские акробаты. Ребята – победители и призеры множества краевых и всероссийских соревнований. Вольная борьба – олимпийский вид спорта, который с каждым годом набирает популярность среди детей и подростков. Занимаются в секциях и мальчишки, и девчонки. Суть единоборства проста. Используя различные приемы, добиться одной единственной цели – уложить противника на лопатки. Звучит легко, а на самом деле, стремясь к победе, ребята боролись из последних сил. В результате проведения соревнований наши девушки принесли в копилку побед 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей, а юноши 7 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общем зачете главный приз – Кубок главы муниципального образования «Сиверский район» остался дома.